В Украине наступил сейчас полный хаос и полный раскол Украины. То есть я считаю, что такого государства, как Украина, больше не будет. Почему? Когда американцы поставили перед собой цель и задачу уничтожить Украину, то они целенаправленно это сейчас и делают. То есть Донецк и Луганск уже никогда не будут частью Украины. Крым, Севастополь уже никогда не будут частью Украины. И дальше Украина по кускам она будет разваливаться. То есть заберет часть, например, Украина, Румыния, там, заберет Болгария, другие те страны, которые имеют полное юридическое право на это. И в дальнейшем будущем, я думаю, ну, в течение года, в Украине будет большой дефолт. И будет опять политический демарш и вот этот коррупционный переворот. Да? Вы поймите, когда хунта незаконно пришла вооруженным путем к власти, она сделала самое большое и многочисленную ту задачу, которую им поставила Америка. Это уничтожить как государство, единое государство Украины. Мне очень жалко украинцев, мне очень жалко наш братский народ. Почему? Потому что все, в Украине будет крах. Единственное, что может спасти Украину, это новые выборы, если туда придут нормальные здравомыслящие политики, которые будут думать об Украине, об украинском народе, а не том, как заработать коррупционным способом определенные финансы из Запада или с Америки. Вот тогда будет, может тогда сохраниться Украина. И только она может сохраниться на дружбе с Российской Федерацией. С братским соседом, который всегда, несмотря на отношения Украины к России, всегда оказывал материальную помощь и поддержку.